В 1943 году Тихвин бомбили. Наше командование находилось в лесу, а мы его защищали, целый взвод девчонок. На посту стояли 3 часа, по 2 человека. Во время моей смены объявили воздушную тревогу. Немецкие самолеты летели и бомбили все, что видели на своем пути. Мы не успели добежать до землянки, в которой находились наши девчонки, и укрылись в заброшенном доме. Но тут пришел наш солдат, схватил нас за руки, и мы побежали в укрытие. Но нас заметил немецкий летчик. Он опустился вниз и бросил бомбу возле землянки. Девчонки завизжали, завыли, а я остановилась, сняла берет с головы и закрыла им глаза. Тех, кто был в землянке, засыпала землей. А немецкие самолеты, разрушив все, улетели. Мы вышли на железную дорогу. Там мужественно сражались наши зенитчики, но они погибли. Было тяжело видеть тела наших солдат, ведь они отдали жизнь, сражаясь за Родину. Мы искали живых среди обугленных тел, плакали и жалели их.